Какие-то индийские специи называются. А это очередной, не знаю, какой уже по счету, 50-й бизнес, который попробуем мы с тобой развить. Так, здравствуйте, здравствуйте. Вот так, да, близнецы. Где ваш парный велосипед? Народ. Что это такое? Так, это я где-то рядом с Клаб, наверное, потому что это и прям... Да, колбасер по пояс голый, да, мы сажаем помидоры, да, вырастают огурцы. Подними свои трусцы. Все, заходите, ну реально, открыто, вот видите, все, я все сделал. Во! Не понял. Что случилось-то сейчас? Это что, это конкуренция какая-то? Или что это сейчас было-то? Я что-то вообще ничего не сообразил, забежал чувак. Что-то бузнул мне тут, и у меня все сломалось. Так, отличный, новый, просто прекрасный интернет-кафе открыт. Заходите, иди отсюда, слышишь ты? Синусоида, блядь. О, здравствуйте. Так, секундочку. Нас надо сказать, куда ты пошел? Куда ты пошел? У нас же эти приватные здесь сессии, все нормально. Зашел, один играешь, все тут сервис, сейчас я тебе арбуз принесу. Ну, блин, никто не приходит. Так, мое кафе. Краска для стен за 200. Что такое? Что случилось? Разместите продукты и подготовьте компьютер. Так, секунду. А-а-а! Что это такое? Ебать, прикол. Вы выполнили обучающие миссии, теперь вы можете свободно играть в игру. При желании можете пройти несколько квестов, гуляя по городу. Игра сохранится, когда вы спите. Так, а я не спал, хорошо. Чё, все? Чё, все? Главное меню. А, правильно, главное меню? Игра сохранится, когда вы спите. Так, а я не спал, хорошо. Новая игра. Да я тебе, какая новая игра-то, алло, ну ты чё? Короче, я так понял, что не надо было выходить. Нужно было просто нажать Escape и все. Один час бесплатно чего? Wi-Fi флешки? Squid? Не понял! Чё за херня? Почему? А чё у вас тут так классно-то? Вы чё? А почему я в гараже сижу? Чувак, наша жила вмешивается свой бездельник. Я сделал тебе одолжение, ты побьешь его за меня. Но мужчина футболка просто семья. Он всегда носит белую майку и лысый. Давай, семья, белая майка и лысый. Так, он лысый, носит на майку с надписью «Семья». Ну, как бы это же нелогично до такого нарываться. Сейчас мне, блядь, за семью и за себя он мне просто... Мать, спортивный райончик. О! О! Фэмили! Слышишь? И все, что ли? Так, ладно, подожди, мне кого-то нужно взять на превью. Кого-то где-то как-то взять, я не понимаю. Хотя зачем? Я могу просто на фоне компьютера сфоткаться. Зачем мне кто-то на превью, когда я могу на ней быть сам? Быть сам на ней на фоне классного компьютерного клуба. Я возьму превьюшку клуба со второго этажа, никто не догадается. Что мой клуб, это вот нормальный клуб, ты понял, что это? Слезы — это неплохо, на самом деле у меня хотя бы из глаз что-то вылезет. Ну, серьезно, нормальный у меня клуб. Что ты, блядь, пристал ко мне? Прекрасный клуб. Так, во, нормально. Во, тихо, во. Во, фанец, фанец, нормальный фанец. Вот это я понимаю, тут хорошо. Вот этот прекрасный фон. Типа и люди сидят, и компьютерный клуб у меня, и все прекрасно, и замечательно. Ай, бляха. Да, это будет... Я просто с самого начала не говорил, это мой клуб, я здесь как бы заведующий. Просто я этот клуб уже развил, мне стало как-то неинтересно, все так, знаешь, на мази. Она же уже зашла. А что, прикол? Они, прикинь, они приходят на маленькую цену, а садятся за большую. Они приходят реально за маленькую цену, а садятся за большую. Все будет прекрасно. Так, кто-нибудь придет сегодня ко мне? Нет? У меня очень дешевый компьютер сегодня. Смотри, очень дешевый, смотри. Опа. Вау, вообще 0,6 в час, я вам отвечаю. Дешевле не было и не будет. Ага. Я ни при чем. Так, фан. Ой, какой фан прекрасный. Просто прекрасный фанчик. Окей.
На 3 часа пошел. Так, где купить... Ети твою же ж мать! Я слышу! Я слышу! Спокойно! Давай, забирай! Давай, тихо! Тихо, где? Ё-моё, ну ты чё не видишь, что горим? Горим, алло! Алло! Чё мне там запустил, придурочный? У меня твои эти ватермарки, блядь, компьютер подожгли. Где грязь, не понимаю. Ладно, сейчас не до нее. Ты в курсе времени сколько, алло? Нет! 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 А мне деньги-то не отдали! Чувак сидел у меня сутки практически, он должен мне столько денег отдать. А потому что закрывать надо на ночь. Закрывать надо на ночь! Закрывать на ночь! Нет! Но я не то схватил! Выпустите меня! Дальше, по отзывам что? По отзывам, а какое дерьмовое место, Супернинтендо для 8-битных игр, все нормально. Он похож на плитку, обтянутую кожей. Посмотри, он просто похож реально на плитку. Вот как есть кожаные какие-то там эти... даже не диваны, а, наверное, какие-нибудь шкафы, там вот эти ящички. Вот он очень похож на то, что... То есть, понимаешь, сразу подсознательно ты ощущаешь мягкость от пола. Сразу теплоту. Сразу все вот это вот у тебя прям сразу видно и понятно. Вот это, знаешь, анимация вхождения, выхождения с компьютера. Там... О, какой у меня совпадает, смотри, сзади фон. А я просто там сижу. Ты думал, что я там не сижу, что ли? Это я здесь нахожусь на работе, алло. О, все четко. И раз. Бля, сорян! Сорян, покемон. Сорян, дружище, Тинки Винки, Дипси, Ляля, Дипси, По. Спокойно, я не специально. Я специально так получилось. Секундочку. 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 Мне это просто не нужно. Что бред? А, извини! Друган, извини! Я не специально! Не надо драться со мной! Пожалуйста, у меня кафе! У меня интернет-кафе! Я случайно... Ты попал под бандитскую шальную пулю! Извини. На теплоту сейчас, по-моему, никто особо не жалуется. Блять. Хэ. Хэ — это скиллы. Физический, либо кафе. Вас знают из-за вашей давней истории, воры часто, не часто заходят в ваш магазин. Пока не найдут. Why are you running? Why are you running? То есть пока я чит... Да в смысле, блять, куда ты унёс-то, ты? Ну как так-то? Ну только... Бляха, ну я же... Ну почему? Сука! Ну почему? Ну что за хрень-то? Ну бляха, монитор унёс! Я читал про скиллы, которые позволяют у меня меньше чего-то воровать, и меня в это время обворовывают. Ладно. Окей. Ну смотри, компьютеры, кстати, перестали гореть. С компьютерами стало все более... Ой, как запах плохой, только кнопка кондерчик. Разбросай побольше паклуги, разбросай, разбросай, разбросай. Разбросай, разбросай. Отлично. Кстати, нужно было еще огнестрелы купить. Бля! Я его не сам слышу. Так, кстати, давайте-ка поставим игры. Давайте поставим игры, пора людям уже и поиграть, если что. Так, Стеем. Кибер зе хот фикс. Окей, хорошо. Так, зомби-зомби. Дед. Опа-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 па. Давай-давай, двигай тело, подыхай. Хоп, давай-давай, хоп. Двигай тело, подыхай еще раз, хоп, давай, давай, хоп.